на другом краю планеты. Мимоходом, мимоходом, мимолетом, мимолетом, теплоходом, теплоходом, самолетом. Отрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Отрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Петь сначала, просто солнце в ней светило, просто речка в ней журчала, светила, просто речка в ней журчала, мимоходом, мимоходом, мимолетом, мимолетом, теплоходом, теплоходом, самолетом, адресованная другу, хоть песенка по кругу, потому что круглая земля. Можно песней поделиться, мимоходом, мимоходом, мимолетом, мимолетом, теплоходом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по Сланч. Сейчас вас познакомлю. Юльчик приехала. Мы тут в красивом месте. Это у нас в Одессе. Еще одна красотка. Еще одна. И у меня такая пустая тарелка здесь. Шоурум. Смотрите, в общем, эта техника так интересна. Здесь сразу холодильник. Здесь есть еда. Окей, классная посуда, все здорово, посудомойка, все встроено. Ну, то есть они вообще любят. Это у нас гостиная. Это просто, чтобы вы понимали, как выглядит внутри все. Так. Это шоурум, место, это не это, это чтобы вы... Ой, какая красивая девочка там. Для того, чтобы мне было лучше понятно и вам рассказать, где находятся объекты, я сейчас вам покажу это на карте. Очень классно. Я живу вот здесь. Даунтаун Дубай. Вот, и, например, русский квартал. Ну, вот русское место, где любят русские жить. Это вот здесь. Вот он. Дубай Марина. И Blue Waters. Вот он. В общем, я примерно посчитала экономику, которая дает, если мы заходим на вариант из рынка захода в недвижимость, да, это, допустим, на стадии котлована. Смотрите, все объекты здесь достраиваются, потому что они регулируются государством. Ты зарабатываешь... то есть ты зашел на котловане, допустим, он сдался, он через 3 года, ты его продаешь, ты зарабатываешь минимум 20% от стоимости. Вам ни один банк такого не даст. Я же кеды купила. Смотрите, какие классные. Во-первых, здесь смотрите, какая бабочка. Мои любимые конверсы, но именно в коллаборации Джек, как там, короче, забыла. Смотрите. Ой, я букву неправильно перевернула. Ну ладно, сейчас переделаю. А здесь написано Камерен. Такие штуки. Вообще классные. Кедики мои, пошла я. Сегодня у нас Новиков.